В спорах за помещение в центре города достигнуто соглашение. Директор выставочного центра «Радуга» и арендодатель школы-интернат подписали дополнительный договор о передаче неиспользуемых площадей в распоряжение Комитета госимущества области. Согласно документу, центру культуры в безвозмездное пользование остается более 400 квадратных метров зданий по улице Кутякова. Кроме того, дополнительно организация получила 60 квадратных метров подвальных помещений под обустройство багетной мастерской. Напомним, противостояние культурного центра и регионального комитета госимущества началось несколько недель назад. В областном ведомстве решили забрать у «Радуги» часть пустующих помещений. Чиновники планируют разместить там редакцию областной газеты «Регион-64» и Саратовский союз журналистов.